Комиссии по координации работы по содзейнічанні занятости насельніцтва створены и начали працаваць во всех районах и городах Витебской области. Это предугледжвае декрет президента номер 1 об содзейнічанні занятости. Алгоритмы работы комиссии обмеркавалі сегодня на нараде с уделом старшини Витебского областного совета депутатов Владимира Терентьева. Посяджэнне прошло в режиме видеоконференции. Депутаты, керовники администрации отповедных служб обмеркавалі стан рынку працы у районах в области. Территориями из напруженной ситуации на рынку працы Урад Беларуси признал 15 районов городов Витебщины. Сярод их Шумилинский район. По результатам первого полугодия это невыполнение полугодового задания по занятости населения, созданию новых рабочих мест. Из 45 23. На то есть причины. Мы создали 4 предприятия из 5, но вновь созданных 4 предприятиях не выполнено задание по количеству принятых на работу. Наша сегодняшняя задача – это создание банка данных населения, которое сегодня трудоспособно, но не участвует в экономике нашей страны. Учитывая, что декрет начнет работать только с 1 января, наша основная задача – сделать все возможное, чтобы был создан банк данных, комиссии были готовы, чтобы с 1 января начать эту работу. Деятельность комиссии по координации работы по содзейнічанню занятости насельніцтва повинна быть у первую очередь бачной людям. Для этого до конца тыдня у райвыканкамы разместить основную информацию, активные ссылки на нормативные документы на головных сторонках своих сайтов. Первая редакция базы даденных жыхароў в области, которые не задейнічаны у экономике краины, з'явится до 1 вересня.